Когда-то, в начале 90-х, он, парень, который родился и вырос в Алма-Ате, подающий большие надежды боксер, решил, что дорогу в жизнь можно пробить своими кулаками. Отпусти. Жан, голубы. И вроде все складывалось для него неплохо. Даже очень. Но наступает момент, когда он начинает понимать, что назад уже дороги нет. Что за все в жизни, оказывается, надо платить. Как убили? Какой ценой? Он узнает позже.